Доброе утро, дорогие друзья! У нас время 9 часов, мы уже Эдошу отвезли в школу и держим свой путь в город. Костя на работу, а мы с Гапочкой едем. Я завезу ее к подруге, потом поеду сама делать свои процедуры, а потом вернусь назад к подруге. А потом дальше будет видно. Итак, доброе утро! Друзья! Сегодня уже у нас после обеда день в разъездах. Да, его и не было, и Габи, он упал. Одевай себе на голову. Одевай корону. Одевай. Так, Эдоша, иди там еще один банч заноси. Вот. Детки, мы уже со школы. Я на машине, блатная, приехала от подруги. Мы хорошо провели день, время. В Торонто так интересно, в Торонто тепло, а у нас холодный ветер. Так интересно мне всегда эта разница в температурах. Вот, в общем, короче, видео поднялось, уже есть какие-то комментарии, но я даже не смотрела, что какие, наконец-то оно поднялось. За столько дней. В общем, короче, что, Эдо? Потому что ты голодненький, давай, заходи. Аккуратно неси, не спеши. Вот, в общем, короче... Иду, оставь Габи в покое, пожалуйста. Сбиваюсь, еще и синий цвет. И на аватар. Вот, в общем, короче, я приехала. И Дошу забрала со школы. Так прикольно на машине забирать ребенка. Так что с моими волосами ветер растрепал. И, в общем, все классно. Одним словом. Но в конце надо будет ехать еще за Костей. То есть у меня вечером математика. Я завезу Дошку на математику. И мы поедем забирать Костю. И уже вместе все заедем за еду. Вот как-то так это будет. Все, сейчас приехали домой, нужно пообедать. Вот вчера я вкусный пловчик сделала, бульон. Так что сейчас будем кушать. И посмотрю заодно, что там у нас с комментариями. Вообще, что с видео. И нужно поднимать видео за вчерашний день, потому что сегодня просто не было возможности такой. Сумасшедший дом-дурдом, ребятки мои. Дорогие, все. Включимся потом. Так, все. Ребята, у нас вечер на дворе, 6 часов 14 минут. Мы выехали на математику. Сейчас я Эдошу закидываю. Вы знаете, какое расстройство? Я пришла, вот это ж вам наговорила сообщение. И пошла включать компьютер, чтобы сделать вчерашнее видео и быстренько его поднять. Потому что оно короткое, там, я думаю, меньше 10 минут получилось бы. Я включаю компьютер Костя, но он не включается, ребята. Новый компьютер, я не знаю. Я сначала подумала, окей, может быть он out of battery или что-нибудь такое. Ничего подобного. Ну, как бы зарядка в нем загорается, когда я включаю. То есть зарядка, значит, она воспринимает сигнал. Потом я его включила, клавиатура засветилась, а экран не включается. Я ничего не поняла. Говорю, Костя, скажи мне, что с компьютером? Позвонил. Говорю, он не включается. Он говорит, Инна, я уже не знаю. Твои видео сожгли мне компьютер. Я говорю, Костя, у нас вообще остался один Эдошкин компьютер, который, в общем-то, очень старый уже. Поэтому мы его отдали, потому что он уже не тянет все программы, которые нам нужны. Ну, процесс разнашивается со временем, это известно. То есть, как бы, это не секрет. Он говорит, ладно. Я говорю, ладно, я уже не знаю, что делать. Не знаю. Так что, в общем, не знаю, с этими видео, вы говорите, Инна, давно уже не было, несколько дней, ребята, ну вот такое происходит чудо, понимаете, как будто кто-то против мне вот этого, чтобы я не делала видео, как будто прям свыше мне говорит, Инна, ты не должна делать видео. Прям такие сложности. Вот все эти сложности начались, когда я решила каждый день делать видео. Вот я уже знаю, как я каждый день решила, что я хочу делать видео, у меня начались сложности с этим. Я не могу их делать, у меня постоянно преткновение, то одно ломается, то второе, то шнур. То компьютер кола пролилась. Та запчасть не подходит, это не подходит. Сейчас уже и Костин. И с Костиным большие проблемы, потому что у него очень HD, высокое качество, он не делал видео. У меня мои все видео в HD сняты. И программа их делает в HD. Но у Кости какой-то там ультра, блин, HD. И он их так делает медленно. То есть очень медленно. Хотя это шикарный компьютер тот, который у него. Поднимаются медленно, падает все, постоянно что-то отключается, что-то не работает. Просто вот знаете, как борьба. Вот просто борьба. Это становится уже действительно борьба. Если это было все в кайф, записал видео, немножечко там обработал, где-то тут музычку, там музычку, какая-то надпись включил. То есть это все в удовольствие. Но сейчас это мне в натуре тяжело. То есть в натуре что-то происходит.
Я не знаю. Это должно быть удобно. Должна быть удобная вся аппаратура, но у меня мало того, что все это неудобно, все через пень-колоду как-то делается. Я просто уже какая-то уставшая от этого. Я устала уже от этого всего. Так все, казалось бы, должно быть просто. Поэтому, в общем, сейчас такой сегодня день получилось, что Косте, по большому счету, не с кем возвращаться. Конечно, он бы мог поехать на транспорте. Но это возьмет время. Человек, когда вот, ты не знаешь, что, как добираться, вот это вот. А я все равно на выезде. Я, в принципе, на, ну, не на полпути к его работе, но примерно. На полпути к его работе. Поэтому мы Дошечку сейчас на математику забросим. Так как я все равно сижу у нее там в зале, в гостиной и жду его там. Обычно я или читаю что-то, или, может быть, новости там смотрю часто. Вот. А тут просто уже говорю, Кость, так я за тобой поеду в это время, пока будет он там. Мы с Габушечкой за тобой поедем. Поэтому сегодня целый день на разъезде у меня. Я еду по улице Батерст. Люди прям выскакивают этот красный светофор прямо перед машиной. Вот. Сейчас, конечно же, уже пробочное время. Но, по крайней мере, в одну сторону так мне точно нормально, потому что я против течения еду. Все из города едут домой, а я как бы в город еду. Поэтому у меня, в принципе, нету пробок. Но вот когда я Костю заберу, ну, тоже уже будет после пробок, потому что время-то уже за 6. Да, обычно оно начинается вот активное такое с 4. Такой трафик реальный, с 4 до 6. Это очень такой тяжелый трафик. Сейчас уже поменьше. В общем, ребята, мы все вместе едем. Габи, ку-ку. И Дошка. Все, бай, потом включимся. Да, конечно, я здесь пиво ездить. Это вообще атас, жесть. Все, мы завезли Дошеньку. Сейчас выезжаем за Костей с Габушенькой. Здесь такой ветер на улице. Были в Торонто сегодня днем. Так, у них, да, холод. У них намного теплее. Ну, градусов на 4, мне кажется. Здесь такой ветер вообще просто. То есть солнечно тоже хорошо, но очень холодно. Видео. Вот-вот. Все, в общем, мы поехали за нашим папой. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас уже вечер поздний, 10 часов. Пора уже укладываться мне спать. А я тут еще доделаю. Уже все, доделаю все свои всякие дела. Спасибо вам за ваши великолепные, замечательные комментарии, которые я сегодня по возвращению домой смогла прочитать. Столько вложено вашего труда в эти... Некрасиво показываю там свои машинки. В комментарии. Все девочки молодцы. Оленька вообще молодец. Особое спасибо тебе за твое мнение по каждому аспекту видео. Спасибо. Все, это был наш день. День на колесах. Я устала, как всегда. В принципе, я не чувствую, это выглядело как жалоба. То есть, как бы я просто с вами делюсь, как с лучшими подругами. Вот. Все, сейчас я немножечко хочу здесь снять белье, кое-что сложить и наверх мыться и спать. Все. Завтра у меня по плану ранний план, рано вставать. Завтра у нас хор, если вы помните. Я постараюсь заснять свои песнопения. А в этот, так как я вчера не делала, потому что не делала видео, потому что поднималось то видео. В общем, короче, то у вас будет получиться влог. Опять 2 дня в одном влоге. Ну, прикольно, они коротенькие, то есть получится там на 15, может быть, даже на 20 минут, не знаю. Вот, ну, помимо этого, обзор из Костка, так что должно быть весело. Веселый четверг. Все, ребята, пока, спокойной ночи, доброе утро, хорошего дня.